Каждый раз, когда мы продаем кварцвинил, мы даем клиентам вот такую инструкцию. Мы сами ее составили, разработали, поэтому я вам дам небольшие советы по укладке на подложку кварцевого ламината. Что нужно знать, чтобы не попасть потом под какие-то рекламации или там еще что-то такое неприятное. Значит, данное покрытие нельзя стелить на улице, то есть оно не рассчитано, оно рассчитано только для внутренней отделки. Оно не боится воды, да, но есть перепады температурные, солнце, снег, там погодные условия, неважно. То есть это повлияет, конечно, на материал, поэтому только внутренняя отделка. Перед укладкой надо, чтобы кварцвинил отлежался 48 часов, желательно, но минимум 24 часа, если время погоды теплое, да, там летом, например. Оно должно отлежаться и принять температуру помещения. Подложка должна быть специальная, миллиметровая или 1,5-миллиметровая. Вот. Если у вас кварцвинил 4 мм, то неровность пола может быть 2 мм по снипу. И 2 мм должно быть в радиусе 2 метра. То есть 2 метра радиус, да, если там перепад 2 мм, это допуск. Если кварцвинил будет 3,5 мм, то вообще нужно иметь идеальный пол. Вообще, чтобы никаких там неровностей не было. Нужно подложку укладывать не сразу целиком на всю комнату, а вот поэтапно, потому что подложка затопчется, тоже нельзя. Вот постелили часть подложки, сразу же постелили кварцвинил. Вот. Режется ножом строительным сверху по декору кварцвинил. Нужно в процессе укладки 2-3 пачки вскрывать. Ну, желательно из каждой пачки доставать. Зазоры от стен тоже 8-10 мм соблюдайте. Ну, не больше, чтобы вам потом плинтус поставить. Перекрыть, чтобы можно было плинтусом. Это можно просто, видите, разное бывает плинтус. Бывает 10 мм, бывает 12, 24 мм. Поэтому, ну, 8 мм этого достаточно. Момент, значит, самый важный момент с теплым полом. Не рекомендуется, я бы даже сказал бы, нельзя класть кварцинил под инфракрасный теплый пол, ленточный который. И ламинат тоже не стелят, поэтому нежелательно. Если у вас, значит, что еще? По теплому полу стелят 4 мм, не менее 4 мм кварцинил. Температура нагрева должна быть не более 28 градусов. Да, завод прописывает, что можно прогревать до 36, там, до 42 градусов, но его нужно постепенно прогревать, там, на 2-3 градуса каждый день увеличивать температуру пола. Но комфортная температура для самого материала это до 28 градусов. Вот. Если его перегреть, кварцвинил перегреть, но это не будет являться гарантийным случаем. Поэтому самое важное, вот соблюдайте вот эти правила. И еще по поводу класса. Значит, класс защитного слоя. Если в ламинате есть просто класс износостойкости, там 32-33, то в кварцвиниле есть помимо толщины еще защитный слой. Он может быть 0,15 мм, 0,3 мм. Вот эти миллиметры 0,15 и 0,3 это подходит для бытовых помещений, для домашних условий. Если там или он также классифицируется как 23-34 класс. Если написано 43 класс, то это толщина защитного слоя 0,5-0,55 миллиметров. Она уже подходит для коммерческих помещений. Ну вот все. То есть как стелить, какой должен быть пол, как подложку стелить, про теплый пол и про защитный слой. Вот эти небольшие правила, инструкции. Самое главное, ознакомьтесь с ними, знаете, все и выбирайте любой цвет любого производителя.